Здравствуйте, дорогие друзья! Мне, как археологу, всегда было очень интересно знать, как выглядели древние люди, какую одежду носили, какими оружием или орудиями труда пользовались. Поэтому мне очень понравилась полнороставая фигура древнего тагарского воина в главном музее Республики Хакасия. Смотрим! Мы находимся в экспозиции, которая носит название «Тагарской эпохи». Это 8-2 век до нашей эры. Это период, когда прославляются воинские качества, потому что это период передела собственности и раздела территорий. Перед вами макет воина-разведчика, и вы видите замечательное искусство воина. Перед вами лук, из которого возможно, да, выстрелить, и стрела летит 250-300 метров, попадая в цель. Также вот это, то, что вы видите перед собой, одежда этого воина и его замечательные лыжи. Также есть перед вами рисунок, наскальный рисунок, на котором изображен воин-охотник.